Здравоохранение района, благодаря вниманию местных властей, активному участию в краевых программах, все больше отвечает современным требованиям. Но жизнь вносит свои коррективы, и то, что еще вчера удовлетворяло, сегодня требует нового обустройства. Глава Славянского района Роман Синеговский во время выездной рабочей планерки побывал на территории Центральной районной больницы, чтобы на месте определить первоочередные задачи по благоустройству ЦРБ. Благоустройству территории Центральной районной больницы уделяется повышенное внимание. Со всего района сюда съезжаются люди, которым необходима медицинская помощь. Очень многие приезжают на своих машинах. Их, конечно, нужно где-то припарковать. Около центрального въезда в больницу есть парковка, но она, похоже, уже не справляется со все возрастающим потоком транспорта. Поэтому закономерен интерес к площадке рядом со входом в поликлинику. Глава Славянского района Роман Синеговский обсудил со своими заместителями, специалистами и руководителями ЦРБ все варианты обустройства данного участка. Плитка, которой он покрыт, не подходит для парковки. На въезде сюда есть ямы от проседания почвы. Их также надо устранить. Глава района подчеркнул, что после анализа плюсов и минусов всех вариантов нужно принять лучшее решение, чтобы парковка служила хорошо и долго. Также глава района осмотрел отделение травматологии и хирургии. Они нуждаются в серьезном ремонте, начиная от полов до стен и дверей. Здание, сами знаете, 68-го года постройки. Скорее всего, один раз, может, оно и делался, этот ремонт, больше нет. Здесь надо и полы менять, конечно, и стены уже надо все приводить в порядок, и двери. Сейчас уже давно везде пластиковые, новые современные двери. У нас стоят еще 50-летней давности двери. В принципе, даже расходные материалы, те же кровати, матрасы, все уже пришло в негодность. Все надо делать. В душевых кабинах, сами понимаете, тоже постоянно забивается канализация. Канализация еще старая. Ремонт отделения – задача насущная, и не стоит откладывать ее в долгий ящик. Руководство района будет изыскивать возможности, чтобы решить этот вопрос. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».